Лето в этом году как-то не очень радует высокой температурой и жарким солнышком. Но, несмотря на погодные условия, школьных каникул никто не отменял. Как подготовились к организации летнего отдыха в Зеленчукском районе? Наша съемочная группа приехала в станицу Сторожевую и сразу попала на завтрак. В школьной столовой вкусно пахло свежей выпечкой, а еще на столах была каша, бутерброды с сыром и чай. Вкусный и полезный завтрак, расправившись с которым ребятишки высыпали на школьный двор. Герман Коржов в этом году окончил 5 класс средней образовательной школы номер 1 в станице Сторожевой. Третий год подряд он проводит начало летних каникул в пришкольном лагере. Любимое занятие, кажется, футбол. И вот нападающий Коржов обыгрывает противника, вырывается к воротам и гол! Мне в этом лагере нравится то, что много хороших друзей, с которыми можно поиграть в разные игры. Например, в футбол, в догонялки, в прятки. Вкусно кормят в столовой. Сил набираешься в лагере? Да. Скажи, пожалуйста, а вот закончится лагерная смена. Дальше какие у тебя планы на летние каникулы? Ну, ходить в центр, гулять с друзьями. Но у нас еще после лагеря будет неделя практики. И чем вы будете заниматься? Работать на грядках, убирать, в огородах работать. Игры на свежем воздухе во все времена были востребованы. Они не просто занимают детей, но укрепляют их здоровье, поддерживают в хорошей физической форме. Малыши занимают себя именно этим, а те, кто постарше, предпочитают физический труд. То есть начальные классы, здесь с ними воспитатели, вожатые, развлекаем их. То есть лагерь отдыха. А старшие – это лагерь и труда, и отдыха. У нас, видите, территория школы очень большая, красивая, цветники и так далее, и нужен за этим уход. Школьная территория составляет порядка 5000 квадратных метров. И на этих метрах школьный огород, теплицы, цветники. И все это нужно приводить в порядок. Успеваете за лето? Успеваем, мы все успеваем. В общем, все в лучших традициях организации детского отдыха. Кстати, отдыхают здесь ученики 3 станичных школ, всего 200 человек. Между игровыми программами успевают провести и познавательные. В этот день ребята знакомились с флорой и фауной родных мест. Какие грибы и ягоды можно собирать, а от каких лучше держаться подальше. Как вести себя на природе и поступать в случае возникновения опасности. Ребусы, загадки. Дети принимали самое активное участие, демонстрируя свои знания окружающей среды. До обеда еще есть время. Свежий воздух и ярко играющая зелень никого не оставят равнодушным. Кто-то принялся завершать незаконченную игру, а кто-то улегся позагорать на солнышке. Здесь очень весело. У нас есть вожатая Даша, которая всегда нам рассказывает об интересные факты. Играем мы с ней каждый день. У нас очень хороший начальник лагеря, которого зовут Елена Георгиевна. Здесь очень весело. Я закончила 5 класс. Мне нравится ходить в лагерь, проводить здесь время. Здесь много друзей. У нас проходит много конкурсов, интересных мероприятий. Один из главных факторов – дети ни на минуту не остаются без присмотра со стороны взрослых. Вожатые, воспитатели, организаторы – все начеку. Летний лагерь – это потенциал для развития творческих способностей детей. Они здесь проявляют и в играх себя, и в выступлениях. На открытии лагеря, например, были замечательные выступления. Проходят разнообразные виды деятельности у нас. Значит, ну, например, игры, деловые встречи, экскурсии в библиотеку, презентации, праздники. То есть каждый день – это день открытий. У каждого дня свое лицо, свой характер. А вместе все это складывается, и смена у нас получается лагерная, неповторимая, необыкновенная.
яркая, богатая встречами, делами, событиями. Мы прощались с гостеприимной школой станицы Сторожевой и прямиком отправились в другую станицу, Зеленчукскую. Здесь, в школе номер 1, проводилось яркое литературно-музыкальное мероприятие – фестиваль дружбы народов, на котором наша съемочная группа стала почетными гостями. Площадка перед зданием школы пестрила разнообразными красочными костюмами. Ребята представляли культуру народов, проживающих в России. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. 150 детей с 1 по 4 класс, а также ребята из многодетных, малообеспеченных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, до конца июня будут посещать пришкольный летний лагерь. Смурфики, капельки, смешарики, попики, позитив. Все это 5 отрядов во главе с активом. В них ребята занимаются с утра и до 15 часов дня. В школьном лагере очень весело. Здесь интересно проводить время. Здесь очень добрые и отзывчивые учителя. Мы здесь делаем разные подделки, рисуем картины. Здесь очень вкусно и сытно кормят. Мне очень нравится в летнем лагере. Большую работу по организации детского отдыха проделывают педагоги, воспитатели, вожатые этой школы. Также помогают нам девочки из среднего звена, которые изъявили желание побыть вожатыми. Это девчонки 6-8 классов. Справляются? Справляются, очень справляются, причем за ними ходит целая ватага, поэтому нравится и детям, нравится и вожатым. Приходят в любую погоду, приходят, несмотря на то, что выходной день, суббота, посещают лагерь и те, и другие. Ежедневные мероприятия носят не только развлекательный характер. Дети узнают много нового, интересного, познавательного. Не понаслышке начинают ценить дружбу, добрососедские отношения. Ребят, ну-ка расскажите, как вы закончили учебный год? На отлично. Тоже. Ну, я вас прежде всего поздравляю с успешным окончанием. А теперь расскажите, как вы проводите время вот в школьном летнем лагере. Мне очень нравится в летнем лагере. Здесь много друзей. Мы играем, гуляем, проводим множество мероприятий. Ну, у меня очень такой вопрос, который интересует всех родителей. Хватает ли у вас времени на то, чтобы посидеть в интернете, в планшете, в телефоне? Или вы все время на открытом воздухе, все время занимаетесь чем-то интересным? Мы все время занимаемся чем-то интересным. И времени на вот эти всякие планшеты, телефоны не хватает. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, как вас кормят в лагере? Вы тут голодными не остаетесь к концу дня? Нет. Мы не остаемся здесь голодными. Здесь очень вкусно и полезно кормят. Обычно вот за время летних каникул всегда появляются какие-то новые друзья, да? Вот у вас появились новые друзья, Настюша? Да, очень много. Ну, не очень много, но появились. Я знаю, что ты еще занимаешься хореографией. Вот у тебя такой красивый костюм русский народный. Расскажи, пожалуйста, о своем занятии. Я хожу на танцы в коллектив «Радуга». Там нас учат танцевать народным, а также классическим танцам. Поэтому ты сегодня вот стала участницей фестиваля, танцевала русский народный танец? Да. Обед ровно по расписанию в 13:00. Аромат от свежеприготовленных блюд моментально разносится по школьной столовой. Обедают ребята в 2 потока. Малыши в приоритете. С каким аппетитом они уплетают первое, второе и компот. На десерт всегда свежие фрукты. Выйти из-за стола голодным здесь надо очень постараться. Рацион питания организован так, что дети получают полный комплекс витаминов и так необходимые свежие овощи и фрукты. На завтрак ребята получают кашу, выпечку, чай, компот. Во время обеда дети получают первое, второе и свежие фрукты и овощи. Финансирование питания 50% из местного бюджета и 50% из республиканского. Для деток и родителей это абсолютно бесплатно. Есть какие-то отзывы от родителей? Вы знаете, наверное, самый главный отзыв, когда даже выходной день, суббота, ребята 100% приходят в лагерь.
То есть родителям нравится, что дети с 8.30 до 14.30 заняты, находятся под присмотром, узнают что-то новое, активно двигаются. Ну и с года в год остается одно пожелание, почему лагерь работает только один поток, только одну смену. Очень нравится и тем, и другим. Лето пробежит незаметно. Что же напишут в сочинении на тему «Как я провел лето» школьники Зеленчукского района? Наверняка только хорошее.